привет! Меня зовут Александра, и я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня среда, 10 июня, и я хотела бы сделать заключительное видео по моей работе на пластиковой канве «Ловец снов. Волк» от фирмы-производителя «Жар-птица». Вы видите на ваших экранах сейчас превью, как должен будет выглядеть готовый ловец снов. Артикул этого набора R303. В набор входил 12 цветов ниточек, пластиковая основа, схема бисер-бусины. Размер готовой работы 10 на 15 сантиметров. И дизайнер у нас Анжелика Иванова. Вот. Вот такой красивый волк должен у нас быть. И сейчас я вам покажу мой законченный результат, плюс как я его оформила. Вот таким образом выглядит моя законченная работа. Я заказывала на Амазоне обыкновенный ловец снов белый и пришила центральную часть к нему. Вот покажу вам поближе. Так, сфокусироваться. Вот. Вот такой красивый, такой взгляд у него. Очень мне нравится. И задняя часть выглядит таким образом. Здесь у нас присутствует правый и левый полукрест только, два цвета бисера и два цвета бэкстича, чтобы сделать вот такую паутинку. И дальше я вот здесь в нижнюю часть пришила вот эти вот элементы, два перышка и... Вот здесь у нас звездочка. Двухсторонние элементы здесь. И вот таким образом оно у нас выглядит. Сейчас я вам зачитаю немножко статистику. Так, начала я этот процесс 28 января 2020 года и финишировала 8 июня 2020 года. Значит, как я уже и сказала, у нас использовались 12 чистых цветов, 3 бленда, 2 цвета бисера и одни бусинки. Вышивальных дней у меня на этот процесс ушло 13. Сейчас я тебе его верну, зайчик. Дочка возмущается, что я взяла у нее ловца снов показать вам. Вот. Значит, как я сказала, 13 вышивальных дней у меня ушло на этот процесс. Честно сказать, я думала, что у меня уйдет меньше времени, но может быть, потому что я его вышивала по чуть-чуть. Сначала маленькие элементы отшила, потом приступила к центральным элементам, вот переднюю часть и заднюю. С передней частью я немножко поигралась, да. Признаюсь, не так она у меня быстро шла, но, как говорится, важен конечный результат. А так мне процесс сам понравился, результат тоже радует, такой он яркий, выразительный. Особенно, когда бэкстич, то совсем по-другому смотрится эта работа. Вот. Так что вот такой вот у меня ловец снов сейчас украшает комнату дочери.
Надеюсь, что вам понравилось. Если да, то поставьте лайк, напишите комментарий, если захотите. Вот. Ну и мы с вами уже увидимся в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.